Ладно, еще раз всем здорово и погнали, начнем. Так, ладно, давайте пойдем поищем один интересный квест тут. Так, где он там находится? Так, она вроде около Blade Tower. Ой, вот где она, это хороший вопрос, действительно. Я уже и забыл. Мне вроде бы кто-то рассказал, но я уже забыл. Сейчас посмотрим. Искандер, ну, кто-то уже гоняет в закрытую бету. Ну, Гэлен, пока что да. Так. Нет Ниблера, PS30. Ты чё? Этой игры больше не надо. Что-то есть. Джулиус, это не она. Не она. Блин, где же она? Ну, Гэлен, поступай как хочешь. Блин, я хз, где она может быть. Нет, Бушидо уже не лежит, уже встал. Уже давно встал. Перед входом в башню? Нету. Может, мне нужно что-то еще выполнить, что ли? Стрела какая-то. Тут Affinity Mission какая-то. Manhunt. Что ищем? Ищем эту Силику, Серику, как ее там? Уж забыл. Это она и есть, наверное. Окей. Что там? Эльма Лин нужно обязательно. Окей, идем за Эльмой Лин. Ну, надеюсь, что это она тогда. Посмотрим. Ну что там, нормально у всех? Не слишком много битрейта поставил. Так. Нет, стоп, не сюда. Так. Во-первых, два меха убито. Я тут еще нафармил немного вне стрима. 46-й уровень зал. Так, Тацу. А где Лин? Нет, Бушидо. Сейчас, секунду.
Подожди. Проверю. Да нет. Как было, так и осталось на месяц. Да. Как было, так и осталось. Месяц. Может, ты там смотришь не на месяц? Так. Stay sharp. Блин, Хоуп сейчас более прокачана, чем Эльма. А, вот и Лин. Что-то ее не было, да? Anything I can help with? Хорошо. Так. Что там с починкой меха? Починились сами. Хорошо. Как всегда на кухне. Ну да. На кухне еду готовит, хозяйственная, молода, молодца, хорошей женой будет кому-нибудь. Так, правда, интересно, кто ее захочет такую. Да нет, Стрэтэдж, заходишь в менюшку и все. Как бы, если есть эти страховки, если нет, то за деньги чинишь. Так. А вот я Infinity Mission. Ну ладно, давайте возьмем. Так, Манхант. Ну, Angry Rus, я сейчас на девятую главу только сделал, и все. Много чего. О, смотрите, кто тут. Как раз вовремя. Что-то опасно, да? Да, именно, вы идеально подходите к этому. Помните ту ночь, когда Гэнглион ударил на нас? Dagon and Reese, I think it was. Даган и Ризи там были. Yep, не забудем тех двоих. Вот именно они. У нас тут доклад был о том, что в ней в Нактуисе что-то делают. Что бы они не хотели там сделать, это не к добру. Команда Тацию, значит, займется этим делом. Ладно, разберемся. Мы сражались однажды и победили их однажды. We'll leave immediately. Мы уходим немедленно. Спасибо, полковник. Угу. Окей, пойдем разберемся с этими. Чё они там хотят? Не тянет. Искандер, у тебя какой-то интернет, что не тянет? Так, Ноктюрн. Телепортируемся сразу туда. Мне как раз тут недалеко все. Так. А если вкратце... Ну, вкратце, Angry Rus, мы пришли на новую планету после того, как Земля была уничтожена инопланетной расой, и тут пытаемся обустроиться. Однако, эта инопланетная раса тоже находится на этом, на этой планете, эти Гэнглион. И они пытаются... Ну, сначала они нашли какой-то странный мех, который он называет высшим, или нечто подобное.
и он им нужен для какой-то большой цели. Однако они очень сильно боятся людей почему-то и хотят их уничтожить как можно скорее. И поэтому они ищут эти лайфподы, где находятся настоящие тела наших людей. Потому что в данный момент мы играем, по сути, за роботов, которые управляются удаленно этими людьми. Там, подсознательно, как это называется. Ну и вот. Ну, блин, все рассказать реально в двух словах не получится. Ну, понятно, Искандер. Приехали. It's still smoking. Все еще дым. Плохие парни, блин. This fire was active until just recently. It's strange. Campfire doesn't strike me as a fire. Огонь был только что. Странно. Так, предложить осмотреться вокруг. Good thinking. Хорошо думаешь. Хорошо, давайте хорошо осмотрим это место. Эй, Эльма, постой. Тацу что-то слышит. Ребят, что-то идет. Прячемся. Похоже, мы слишком поздно. Дерьмо. Эти ребята прямо в размере меха. Недалеко не ушли, найдем. Солдат определенно гэнглиан. И ты это слышала? Ребята в размере меха. Почему Даган и Риз? Я же имею в виду, они же тоже гэнглиан. Все же звучит так, как будто не за нашими целями. Может, нам попытаться вытащить какую-нибудь информацию за этих двоих? Ну, давайте побьем их и какую-нибудь информацию выдадим. Ну, я думаю, мы сможем справиться с пару этими громилами легко. Ну, окей. Максимальное значение? Ну... 5, 6, 6, 6 и 8. Иногда даже. Походу действительно у нас новые союзники сейчас будут. Это бесполезно. Итак, за кем вы гонитесь, зачем? Мы никогда не поговорим с людьми. Вы, походу, не поняли. Это не просьба. Вы это слышали? Выдвигаемся. А что с этими двумя делать будем? Вырубим и оставим. Окей.
телепортироваться. Так быстрее будет. Привет, Лид. Я тут даже не был никогда. Что-то тут. Ха. Это не те, кого мы искали, по концепцию. Да, но кто же они? Люди? Что они тут делают? Как, ну какая разница? Избавиться от них. О-о. Похоже, у нас выбора нет. Ну окей, файн. Тут даже бить ничего смешного. Sorry if we frightened you. My name is Elma, and you are? Are we correct in assuming that the Ganglion are after you? If so, we might be able to help. We come from a planet called Earth, but now we're fighting the Ganglion here on Mira. Really? Pay them no heed, Rock. But Celica, they just beat up those bad guys! It matters not. I shall not be fooled again. Well, either way, it's not safe here. Don't flatter us with your hollow kindness. Listen, I understand that it may be hard for you to trust a random pack of strangers. But we really do want to help if we can. I hope you can believe us. Come on, Celica. They seem all right, don't they? Perhaps, but... Tatsu, pleased to make acquaintance of new friend Celica. And you are a Nopon? Indeed. Friend, save Tatsu from nasty Ganglion. Just like they saved us. Yes, so if Tatsu is trusting friends, Celica can too. Nopon's honor. Well, you might say that we're fugitives of a sort. Ones that are running low on hiding places. Our city, New LA, is home to many races besides humans. Both of you would be welcome there. There's no pressure, of course. You can stay or leave as you see fit. Thank you. That is most kind. My name is Celica. And I'm Rock. Nice to meet ya. I'm Lin. Here, these are the coordinates for New LA. Can you get there okay? I believe the two of us can manage, yes. Then we'll see you back home.
Take care, you two. Так, ладно, все. Селика к нам присоединилась, и знаете что? Ее голос английский просто... Я слышал на случайно там ролик, смотрел на ютубе японской озвучки, и у нее там хороший голос в японской версии был, а тут просто... Ну, вы поняли. Так. Ну, я сейчас не мог говорить пару секунд, был занят. Так что... Переводить не удалось. Так, стоп. Нам нужно в Industrial Destruction. Да, ожидал лучшего. Ну ладно. Пофиг. И так сойдет. Так. А вот и она. Ну еще нам расскажешь ты. Ну, вижу, они хорошо тут поладили со другими, с Ноупеной и с Самононами. На реальность Саугулиза. Привет, ребят. Эй, сюда. Ну как тебе город пока что? Ну он переполнен, честно говоря. Но Рокс, походу, счастлив. Конечно. И если что-то надо, ну, говори нам. Если будет какие-то проблемы с Элико, у Тацу всегда будет разрешение проблемы. Я очень благодарна. Няша. Ну да, Няша. Да уж. Так, ладно. Что там дальше? После 10 главы будет миссия, чтобы она присоединилась в пати. Ну, значит, пора идти готовиться к 10 главе. Что ли? Потому что уровень у меня 46, я думаю, мне хватит. Так что погнали посмотрим, что там. Однако перед этим надо Миранию пойти влить. Хорошо, с Миранью мы разобрались. Так. Берст Афинити еще даже не открылась.
там она, там другая, если что. Так, что у нас тут? А, все условия выполнены. Чё, идем на 10 главу? Нет, Лид, нет. Просто проверяю кое-что. Стабильность, так сказать. Вижу, что все нормально, и такой битрейт хорошо подходит. Ладно, тогда дальше будем проходить следующую главу.